анонс и дата выхода нового 4-серийного сериала «Подозрение». Премьера нового сериала состоится уже весной 2022 года на телеканале «Домашний». 11 января 2022 года студия 2B приступила к производству 4-серийной мелодрамы «Подозрение» по заказу телеканала «Домашний». По сюжету сериала идеальный брак Светланы рухнул в одночасье, когда ее мужа, бизнесмена Игоря, арестовали и обвинили в мошенничестве. Верная и любящая Светлана вместе с другом и бизнес-партнером мужа Валерием стараются разобраться в том, что произошло. Вопреки всему, между ними возникает взаимное притяжение. Но у Валерия есть невеста, а Светлана не готова предать мужа. Главные роли в сериале исполнили Любава Гришнова, Алексей Матошин, Натали Старинкевич, Илья Акинтьев, Вероника Устимова и другие. Напомним, премьера нового сериала состоится уже весной на телеканале «Домашний». Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.